Сегодня у нас в обзоре рама Volume Vessel Pro модель Брока Рейфорда. Рама выполнена из 41/30 хромоля. Вес рамы 2320 грамм. Наклон рулевой колонки 75 градусов. И интегрированная рулевая. Также хочу отметить рулевой стакан, который выглядит просто фантастически. Плавный переход от верха донизу. Тип каретки мид. Высота рамы 9,25. Высота каретки 11,7. Подседельная труба имеет коническую форму. В нагруженных узлах она более толстого сечения, в ненагруженных более тонкого. На этой раме мы видим литые дропауты, преднатяжители цепи и 14-миллиметровая ось. Также хочу обратить ваше внимание, что производители этой рамы подумали о весе, облегчив ее в ненагруженных местах. Длина перьев в упор 13,25, в крайнем положении 13,75. По классике на этой раме мы видим две косынки с фирменным лого Volume. Хочу отметить ровную и качественную сварку этой рамы. Итог. Мы имеем качественную, надежную, хорошо сваренную раму за доступную цену